Всего пару дней остается до старта международного культурного форума в Ульяновске. Накануне события организаторы провели пресс-конференцию, где подробно рассказали о программе мероприятия. Главной площадкой проведения форума традиционно выбран Ленинский мемориал. За два дня здесь пройдет несколько десятков круглых столов, панельных дискуссий, лекций и мастер-классов. Деловая программа форума в этом году посвящена не только культуре, но и взаимодействию всех городских сообществ и секторов экономики в целях развития своей территории. В деловой программе мы пригласили к участию людей, которые непосредственно занимаются творческим предпринимательством в разных сферах. Это и успешные продюсеры, это успешные бизнесмены, которые работают вот в этих сферах деятельности. Мы пригласили науку, у нас присутствует огромное количество федеральных и региональных вузов, институтов исследовательских, университетов. Свою работу форум начнет 14 сентября сразу с трех площадок – пленарного заседания, открытые лекции и дискуссионной площадки. Модератором пленарного заседания станет председатель Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. Во второй день будет работать 8 площадок, основной из которых станет дискуссионная панель «Программа ЮНЕСКО по созданию геопарков». Эксперты обсудят возможность создания геопарков на базе нацпарка Сенгилеевские горы и Ундоровского палеонтологического заказника. В культурную программу входит традиционная ассамблея художников «Пластовская осень», театральный фестиваль «Золотая маска», «Дни кино», выставки, а также Обломовский фестиваль, который пройдет в регионе в 13-й раз. В этой большой программе свое особое место ежегодно занимает Обломовский фестиваль, который также пройдет в дни проведения культурного форума 16 числа. Мы, проводя этот фестиваль, преследуем совершенно абсолютно понятную для всех, для нас цель. Опять-таки, готовясь к осенним, зимним, весенним вечерам, мы стараемся максимально в рамках этого фестиваля, а он идет у нас под девизом «Фестиваль свободного времени», рассказать о том, что мы предлагаем в учреждениях культуры, что мы предлагаем в учреждениях образования. Также стало известно, что президент премии фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский лично примет участие в открытии театрального фестиваля в Ульяновске, который пройдет 15 сентября. Дарья Судрева, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.